Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Давай начнем с наград. Так, забрали, забрали. И здесь тоже забрали. Так, принять участие на арене, собрать моды. Это все понятно. Ну что, посмотрим, что у нас доступно здесь, по событиям именно. Так, могучие деньги, белая мгла. Они пришли с болот, нифига тут. И битва. Альфа 6. Это что такое? Сразитесь за главный приз. Дрожь земли. Что тут? Слушай, дофига у нас доступно сегодня событие какое-то. Белая мгла. Давай посмотрим, что это такое. Ага, белая мгла. Это значит Энтеладон и Архиотерий. Значит, возьмем с тобой следующим образом. Так. Так тут одни и те же, да? Значит, нам можно, наверное, вот так вот сделать. Там два поединка должно быть, да? Два. Значит, возьмем еще вот так. Блин, 450. Не слишком ли жирно? 450 тысяч за один поединок. Эй. Друзья мои. Ну что, бомбанем сразу тогда, да? На 200 урона как вжарим сейчас. На-ка тебе, парень. Ну что, кабан, что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Меняться нет смысла тебе, да? Нету. Значит, пошел в атаку. Сейчас мы сделаем ему добивочку и плюс бонус. Давай. Тыбич. Так, Энтеладон. Сейчас будет опять же тратить две, наверное, попытки на атаку. Да, естественно, ребят. И не добил. Ну что ж, тогда ему крышка. Тогда ему крышка. Раз. Два. Пам-пам. Вот так вот сделаем. Погнали. Запинали. Так, и последний. Архиотерий 22 уровня. Что же ты сделаешь? Не тут-то было, парень. Не тут-то было. Ну что, погнали. Пробьем. Пробьем, конечно. На 838. Ну что, первая победушка за нами. И там нужно будет еще сделать один поединочек. Так что давай. Продолжить. Кстати, нам нужно было еду с тобой забрать, наверное, вот здесь вот. Вот так вот. Босс. Этого альфа надо будет, наверное, сегодня еще глянуть. Что там он себе представил? Ну, я, в принципе, тираннозавр. И нам же нужно в инкубатор зайти. Так, давай-ка посмотрим. Готов. Надо же. Угу, трапегоптер. Трапегоптер. Так, ну мы можем с тобой что сделать? Естественно сделать. Опа. И пускай он дальше увеличивается, улучшается. А что у нас в этом находится? Давай посмотрим. Так, подожди, вот здесь. Да ладно, ничего не выводили, добыть такого не может. Ничего не выводили. Как так-то? Новинка. Так, ребят, надо вот этого выводить. Раз это новинка, у нас такого нету. Что еще у нас тут такого есть? Погоди-ка. Ага. Энтеладон тоже новинка. Выводим тогда его тоже. Хотя Энтеладон вроде бы как у меня был. Я могу, конечно, что-то путать. Может быть, нам вот этого с тобой еще одного сделать, а? Давай, наверное, выведем. Так, и... Там сотку затребует. Пока хватит. Пока. Ну что, поехали мы с тобой еще бомбить. Блин, конечно, крутые. Легенда, чтобы тебе выпала легенда. Это, ребята, я не знаю, что нужно сделать тут. Так, смотри, против этих возьмем раз. Так тут понятно. Вот так мы, наверное, с тобой и сделаем. 450. Единственное, жалко, что это как бы нам не идет в ПВП же, да? Ну что, кто там у нас? Дедикурус. Да мы его сейчас с удара снесем. Вот что я тебе скажу. Все.
Черепаха, получерепаха, полузайца. Этого, в принципе, тоже можем снести с удара. У него 410 хп, у нас атака на 518 идет. Тыч. Ну, это действительно как ленивец какой-то. Так, и вот так. Все, ему крышка. Закусали. Так, и следующий у нас кто здесь? Эллас Материй, собственной персоной. Явился, не запылился. 461 хп. Так, ну здесь нам надо две атаки как минимум провести. Я сливаю все. Да, ему кранты. Какое-то легкое на самом деле событие, если честно. Ну и хорошо, что оно легкое. Нам не пришлось, по крайней мере, с тобой основу тратить, да? Именно динозавров. А сыграли в мезозойскую эру. Ну? Что нам выпадет? Ну, есть, ну естественно, какая-нибудь требуха. Не то, что нужно, короче. Так, давайте смотреть дальше. Они пришли с болот. Тю-тю-тю-тю, стоит ли здесь заморачиваться, ребят? Хотелось бы, конечно, блин, ну пипец, раз, два, три, пять поединков надо, прикинь, пять. Можно посмотреть, что у нас вот здесь, вызов. Блин, давай просто хотя бы глянем, ребят, я возьму самых-самых примитивных, самых первых. Просто хотя бы глянуть. А, за поединок еще 5 долларов. Ну ладно, честно, 5 долларов заплатим. Так что быть. Просто хочу на него посмотреть. Не хочу тратить основных своих динозавров, потому что они мне сейчас пригодятся. Оу, щит, ничего себе. 503 атаки. Ты посмотри, как он круто смотрится, ребят. Блин, да. Это красота просто какая-то. Он аж весь электричеством переливается. Прикинь, он топает, у него из-под ног просто молнии расходятся. Офигеть. Ну, тут, тут понятное дело, что он сейчас завалит нас. Если бы я взял бы, например, нашу амфибию, естественно, и атака была бы поменьше. И, возможно, мы даже первую бы фазу прошли. Возможно. Гарантировать, конечно, ничего не могу. Я просто хотел на него очень сильно посмотреть. И я посмотрел, поэтому я и взял для этого слабых своих динозавров. Тем более, ты сам видишь, они хоть и первого уровня, но наносят ему достаточно неплохо урона. Соответственно, прокачанные динозавры ушатывали бы неплохо. Ладно, моя цель была глянуть. Но красавец, красавец. Тут не поспоришь. Так, ну а мне? Ну что там опять? 97, что такое 97? А, урона. Понял. Так, отправить? Да, отправить. А здесь забрать. Собрать моды, это все понятно. А что у нас на рынке? Что это тут моргает? Я вроде ничего нового не получал. Что-то моргает. Здесь тоже заберем. Так, ну что, поехали тогда. Выходим в события. Только для редких. Для каких редких? Так, пирораптор плюс гигантозавр. Угу. Ну, здесь, наверное, нам нужно будет взять Афиакадон. Блин, нет. Я возьму Нундазуха, наверное, и Топижару. Вот, мне кажется, Нундазух и Топижара здесь разрулит. Проверим. 243, жалко, нам не хватит, да? Так бы сразу его шлепнуть и все. И было бы неплохо. Он будет обмен, да, делать? А есть ли смысл шилом на бой менять? Конечно, нету. Ну что ж, тогда ушатываем его. Бамс. Четенько. Так, и гигантозавр выходит. Но мы его сейчас тоже, я думаю, быстренько запинаем. Тем более у него 308 хп. Он сейчас две свои попытки слил. И мы его просто топчем. На. Отлично. Кони двинул.
А Нундазух наш радуется, еще бы. Такого гиганта победил. Так, это была первая победушка. Нам нужно еще две. Смотрим. Карнотавр 23 уровня. Ну, здесь можно, наверное, взять Афиакадона и Рамфоринг. А вот против Рамфоринга нам нужно взять с тобой Диплодока. Я думаю, это будет оптимальный вариантик. Так, у нас 195 к атаке. Отлично. На тебе. Ну, он сейчас две атаки, наверное, пропишет. Сколько это получается? Он добить не добьет, наверное, да, все-таки? Нет. Но он берет Рамфоринга. Уж не знаю, зачем он его взял. Но щит он явно поставил, да? Щит он явно поставил, поэтому я тоже поставлю щит. Ты смотри-ка. Он не стал щит ставить, он все в бонусы, ребят, вклепал. Меняет. Так, и две атаки если наносит. Слушай, он ничего не стал делать. Че-то тут он юлит, по ходу дела. Че, я пошел прописывать. Ха-ха-ха. Ну все, тогда тебе крышка, парень. Рамфорин, конечно, уничтожит мне Афиакадона, это понятное дело, да? Потратить надо будет ему три. Ну а Диплодок-то ушатает Рамфоринга. Так что, что он радуется, не знаю. Поехали. Goodbye. Вот так вот. Я представляю, Диплодок, да? Вот эта вот шея мощная. Это как, наверное, бейсбольной битой получить. Такой замах. Пыш. А улетел этот летунок. Так, ну что у нас там получается? Последняя битва. Так, пахицефалозавр. Это у нас пойдет против него, наверное, пирораптор. А вот против Кулазуха возьмем Кулазуха. Я думаю, что должно пойти. Но опять же, Кулазуха может поменять в любую секунду. Хорош там свои танцы-шманцы выделывать. Но тут прокачанный пахицефалозавр, потому что он выглядит изначально, естественно, не так, как мы помним, да? Так, он будет менять? Скорее всего, будет. Да, он меняет. 152 к атаке. Серьезный урон. Серьезный урон. А мы будем с тобой, знаешь, что делать? Нет, я все-таки поменяю. Я все-таки поменяю и поставлю бонус. Угу, по-моему, он все, ребят, встрял. Он встрял. Сколько у нас? 146? Я сливаю все. Да, ему крышка. Ну и пахицефалозавра мы тоже с тобой должны, в принципе, разнести. 124 к атаке. А, нет. Тут нет, ребят. Тут нас все-таки накроет. Но опять же, он пускай не забывает, что у нас пирораптор, который сейчас его просто расфигачит. Просто расфигачит. Даже твоя защита это не поможет тебе. Все. Могучие деньги мы с тобой забираем. Тут все довольно легко и просто было. Пирораптор какой-то, как он похож на летающего. У него видел лапки такие, как бы с крылышками. Ну и, естественно, летать он не может. Так, 81 тысяча. Ну, считай, сколько? 300 там с лишним тысяч получаем. И, соответственно, очки доверий. Теперь заберем здесь награды. Окей. Надо вот как-то уже начинать скрещивать. Блин, жалко, что здесь всего лишь один инкубатор. Нет, ну он не один, можно еще, конечно, тут скрещивать кого-то. Нам нужно с тобой 140 уровень. Тьфу ты, 140-й. Какой там уровень-то надо, чтобы дальше нам пройти? 40 уровня, 40. А здесь закончено уже, говорят, написано. Вот, 40 уровень динозавров. А интересно, есть ли у нас еще коллаборинги? Нету. Аланки есть. Гац есть.
Кстати, Стега, у нас же Стегоцефал, насколько я помню, да, вот он. Пускай-ка он у нас выводится. Отлично. Так, кого же нам... Мы Диплодука с кем хотели, не помнишь? Диплодук у нас с кем вообще скрещивается? Надо бы его найти и посмотреть, я вот не помню, если честно. Диплодок, он где-то у нас вроде как здесь должен быть. Или я путаю. Так, это у нас не диплодок, а это суперзавр. Так, ну, нам, наверное, проще, знаешь, как искать. Вот, все существа, травоядные, и смотрим. Диплодок. Нафига я нажал искать. Все ваши инкубаторы заняты. Так, мне надо как бы не инкубатор. Я просто хотел, чтобы ты мне показал, где он у меня находится. На... Это аргентинозавр. Да блин, диплодок, он такой здоровый. Я не могу найти его, офигеть. А, вот он. Вот диплодока как раз. Мы же с кем его можем скрестить, гибрид сделать с анкилозавром. Окей. Ну что, давай, наверное, начнем эволюцию. Пускай он там потихоньку эволюционирует. То есть это получается как бы две эволюции у нас идет, да? Ну да. А эту, если ячейку, например, еще сделать. Так, диплодок. Подожди, не то. Сколько он потребует? 75. Включаем. Пускай, ребят. Сделаем сразу диплодока с 40 уровнем, а потом скрестим с анкилозавром. Ну, анкилозавра, естественно, придется прокачать. Так, по событиям. Что у нас еще осталось? Они пришли с болот. Блин, тут... Воу-воу-воу. Метриоринх, он один. И мне что, вот это мне дают, чтобы я... Вот эти... Серьезно? Я не пройду такими вот персонажами против Метриоринха. Вы издеваетесь. Я пошел тогда на арену. Дрожь земли. Все, ребят. Дрожь земли. Я пошел бомбить. Так, сейчас с тобой сделаем вот так. И поехали. Возьмем с тобой Дилофозавра. Насутоцератопса возьму я. И... гигантозавра. Упс, только через рекламу, да, получается? Окей. Ну что, давай посмотрим, кто нам здесь достанется. Конечно дело, тут мы с тобой разберем сейчас их. Тропиогнат. Достаточно одного удара, ему крышка, да? Поехали. На-ка. Бедного аж заштормило. Гац вышел. Ну давай, гац. Давай, 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 камон. Чё там елозишь? Думал очень долго, да? Все. Тыч, минус. А это у нас кто? Колоборинг. Так хочется назвать его колобком. Колоборинг. Так, елозит, да? Ну ведь тебе крышка, 18 атаки, ну что ты сделаешь? Ну ладно, потешь себя чуть-чуть, потешь. Все? Потешил? Получай. Пумс. Вот и все. Так, сейчас мы с тобой будем быстренько продвигаться здесь. Надеюсь, что быстренько. Потому что это как бы только начало у нас. Ну где, где, я не вижу, где рулетка? Что вы делаете? Добыча, да? Так, я вошел в лигу. Теперь, пожалуйста, рулетку. Дай доллары, дай доллары, доллары, доллары. Мне нужны баксы, 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 баксы. Пс. Серьезно, вот так вот. На хавчичек. Ладно, поехали дальше. Так, ну, мы с тобой перепрыгнули, да? Чуткарик. Тихо ты, велосираптор. Чутка, поэтому, ну...
Как я могу понимать, нам нужно еще... Уже посерьезнее, да? Динозавры. Поэтому берем с собой раджозавра, бонитозавра и... кецу возьмем. Так, давай посмотрим, кого нам тут предоставят. Блин, вот метеоринг. Короче, здесь, ребят, сейчас моему раджозавру не особо тут понравится, если честно. Поэтому меняем с собой на кого? Ну, давай хотя бы так сделаем. Посмотрим. А он поменяет на раджозавра, скорее всего. Ведь поменяет же. Или будет атаковать? Атакует. Прикинь. Я, правда, не знаю, почему он так сделал. Мы его сейчас просто ушатаем тогда тоже. Наверное, да? Окей. Так, выходит Капразух. У него 38 атаки против меня. 38. Он пробить не сможет. Ему придется менять на раджозавра. Ну, это глупо. Вот сейчас было глупо. Поехали. Так, 64 здоровья мы ему оставляем. Ну. Что ты там елозишь? Давай, делай какие-то, я не знаю, там, ходы. Ну, понятно, уничтожил. Молодец, красавчик. Сейчас раджозавр тебя скушает на обед. Раз, два, раз, два. Поехали. Так, отлично. Ну, а вот и раджозавр. 4 уровня, а у меня 10. То есть мы как бы в преимуществе. Но он может все слить, ребят, в атаку и, соответственно, уничтожить моего раджозавра. После чего у меня выходит кец. Кецалькоатль. И уничтожает этого раджозавра. Тут все предельно ясно. 900 урона нанесли. Ну что ж, неплохо, я считаю. Ребята, смотрим, куда мы с тобой перемещаемся по арене. На какое место. Я сомневаюсь, что мы возьмем с тобой новый ранг сейчас. Хотя хотелось бы. Но вряд ли. Так, смотрим. 28-я позиция. Слушай, ну нормально. 28-я позиция. Это не очень плохо даже. Вау. Пак, отлично. Так, 10 баксов. Еще 10 баксов. И несокрушимость. Увеличивает запас ОЗ всех существ в команде на 15%. Окей. Так, и плюс 15 очков доверия. Шикарненько. Так, ну что, продолжаем наши битвы. Здесь... Сейчас, подожди, секундочку. Это слишком, наверное, далеко. Вот, Лимносцилиса возьму. Возьму Стегу одного. И возьму Велоцираптора. Тут уже есть баксы, поэтому можно рекламу не смотреть, просто за баксы сыграть. 5 долларов. Как бы не жалко потратить. Многие из вас задают, ребята, когда, Рэй, ты будешь с камерой играть. Я, скорее всего, ребята, буду, но на втором канале играть в игры с камерами. Так, подожди-ка, что нам здесь делать? Ну, в принципе, можно просто бомбануть. Единственное, что у него-то 151 к атаке. Офигеть, 13 уровня, у меня 40-й, у него 151 к атаке. Да какого фикуса, ты вот скажи мне на милость, а? Тут, боюсь, ребята, пахнет керосином, да? Очень большим керосином пахнет. Ну, посмотрим, насколько у нас... Да. А что делать-то? Делать нечего. 68, 68. Сможем пробить ему 139? Смогли. Ну, Лимносцилис-то сейчас... Сколько? А, у него 48 к атаке идет. 48, окей. Он сразу тут что-то... Ага. Каритозавра вызвал. Ну что, я думаю, что пора каритозавра, наверное, наказать. Что скажешь? А? Пока, ага, пока, не пока, ребята, не пока.
Так, он сейчас поменяет. 72 до 72, это 140, не пробьет. Хе-хе, не пробьет. Тоже меняем. Тюн-тюн-тюн-тюн. Погнали. Отличненько. Ну и что ты сделаешь? Ну поменяешь ты на кариту, на свою. Я ушатаю твою кариту и потом тебя ушатаю опять же. Наверное, надеюсь на это. 48, если ему... Так, 48, 48. Три атаки нужно сделать, да? Три. Ну что, две он там взял, не знаю куда там. В защиту, в фигиту. Поэтому нам нужно с тобой сделать три. Три атаки и защиту. На. Ну вот. В бонусы он все взял, да, ребята, 6. Ну, тут у нам крышка, ребята. 48, да на 6. Да, нас тут ушатает. Ну, я же, видишь, я-то думал, что он чуткарика как бы, ну, не будет все в очки действия, да, кидать. А он сделал. Так вот, непредсказуемость была. Ладно, ничего страшного. На этих этапах не страшно, ребят, проигрывать. Потому что там такие самики. Динозавры у нас играют. Так, ну что, давай, наверное, возьмем Анки. Возьмем Велоцираптора. Нет, возьмем, наверное, Велоцираптора. И Пастозуха. Пастозух 10 уровня, да, 109 к атаке. Сейчас посмотрим. Летунов у нас здесь нет. О, все травоядники. Кстати, это хорошо, что нам первым достается травоядник. У него команда чисто на травоядниках. Интересно. Очень интересно. Что будет делать? Ничегошеньки. Ну-ка. Допустим. Ладно. Давай посмотрим. Типа перехитрил меня, да? Типа перехитрил. Хорошо. Ушатает мне сейчас, конечно, Велоцираптора. Ну а дальше ушатываем мы. Так. Поехали. Иди отсюда. Каритозавр. У него 101 жизнь. 101 жизнь, ребята. 4. Молодец. Молодец. Одобряю. Так, погнали. Раз, два, три. Раз, два. Короче, вот так вот делаем. Пока. Ну и последний. Пахицефалозавр. Видишь, у него здесь еще обычная шишка. А там уже на прокачке у него такой гребень появляется. Ну что он? Не знаю, ребята. Ему здесь уже ничего не поможет. 198 всего лишь хп. Поехали. Все в атаку, естественно. Все абсолютно. Сейчас бомбанем. На. Такими рогами получить не очень-то было бы приятно. Весь в шипах еще. Да. Такая у него как корона. Воротник такой, да, шипастый. Поздравления. И мы переходим с тобой. Да, мы переходим в Лигу Выживших. Лига Выживших. Так, крутим. И чуть-чуть не дотянули. Чуть-чуть буквально не дотянули мы с тобой до пака. Ладно, продолжаем нашу эпею. Возьмем Скалозавра. Возьмем Капразуха. И возьмем Гуанлунь.
Вот такую команду. Это у меня обычные, простые. Так, а сейчас посмотрим, кто против нас будет выступать. Ихтиостега, блин, ихтиостега, ребята, ё-моё. Чё, команда этих? Нет, не рептилий. Две рептилии всего лишь. Блин, я даже не знаю. Ну давай я ударю все-таки. Все-таки я ударю. Он две атаки. Это получается 200... 200 с копеечкой, да? Блин. Давай я вот так сделаю. Так, один он да взял. Ну, здесь он, да, здесь он, скорее всего, меня ушатает, ребят. Здесь он меня ушатает, потом... Интересно, ничего не стал делать. Окей. Так, сейчас посмотрим, сколько у нас будет. 76. Вот здесь, ребята, ему будет уже посложнее. Даже если 5 на 76. Но ему все надо будет слить. Ему надо будет все слить. Так, и мы также, ребята, сливаем тоже все. Поехали. И ушатываемся. Не хватит. Хотя хватило. Ну и прекрасно. Выходит Тодзи. Ну вот тут Тодзи уже не хватит. 67, да? У нас 57. Ну, мы можем попроще сделать. Взять Гуандунь. О, видишь, что он делает? Тогда все, ему крышка, ребят. Пока. На тебе. Как-то так. Давай смотреть, что у нас там получается по... Именно по колесу. Ой, по колесу, по арене. Какое место мы займем? 65-е. Окей. Давай что-нибудь путевое. Пак. Или доллары. Конечно, им проще дать еду. Еду, деньги или ДНК. А не то, что ты там просишь. Ну что, давай попробуем теперь взять... Пастазуха, Кетсу и Анки. Такая вот у нас команда без хищников, как ты видишь. Хочется посмотреть, как мы справимся. Блин, Дейхонер у него какой-то легендарный, стоит первым. Со 185 атаками. Да. Что я могу здесь сделать? Ты, я даже не знаю, что я тут могу сделать. Я могу взять вот так вот. Только лишь. Все. И уповать на что-нибудь. Мне пастазух нужен будет против хищников, ребята. Против хищников надо будет. Поэтому, как бы, ну... Раз. Давай, наверное, вот так вот поменяем. Чего? А, все, не меняется, да? Понял. Так, интересненько. Нужно его как-то обмануть. Одну атаку, да, провел? Ну что, попробуем слить все. Да, ему крышка. Отлично. Ну, сейчас крышка будет нам. Ему придется все так... Да, все сливать, все атаки сливать. Тогда он нас завалит. Потом Кетс будет выходить. Окей. Сейчас посмотрим, сколько. Да, ушатываем его.
Нормуль. Так, выходит Гуанлунь. 70 атаки. Оу, парень, я боюсь, у тебя ничего не получится. Ха-ха-ха. У тебя ничего не получится, а у меня 129 атаки. Мы его просто сейчас распишем. Как по нотам. Не должно ему. Блин. Ну все, тогда пастазух. Давай. Ух. Ух. Сейчас вмажем. На. Почти 2000 урона. И этот еще пастазух у нас не супер прокачанный, кстати. Так, ну что там у нас опять? Посмотрим. 43-я позиция. Крутим. И выпадает нам с тобой. Эть. Вот не чтобы остановиться на этом паке, да? Нет, зачем? Надо прокатить рейчика. Так, ну что, поехали, ребята, дальше. Берем Капразуха. У Назавра этого. И, наверное, Аэротитана. Так, ну и чего? Куда музыка делась? Птеранодон. Твою налево. Как раз Птеранодона мне не хватало здесь. Не, тут надо менять нам тогда тоже. Вот на этого. Слушай, ну у него, смотри, кто еще есть. Да-да. Не очень круто. Интересно, не... Прикинь, он не стал менять. Ой, дурачок, а. Влупляем тогда. Ему крышка. Шунозавр? А, суперзавр. Суперзавр появляется. Ну, допустим. Меняет. Ну, давай. А дальше мы. А дальше мы, ребята. Блин, правда, все равно маловато будет, но звезданем. Оу, хватило. Прикинь. И выходит суперзавр. Нифига себе, 96 атаки у него. По мне. О, даже как. А у нас 97. Нам достаточно с тобой 3 атаки ему провести. И я думаю, что ему будет крышка. Ну давай, что ты там. Ну. Все, ему кранты. По-моему, да. Отлично, ребят. И не помогла ему, как говорится, эта защита. Давай-ка мы сейчас глянем, какое местечко занимаем. Так, было 43-е, становится 20-е. То есть 20 ступенек пролетели. И... понятно. Деньги, ребята, деньги. Не доллары, а именно голда. Нам выпадает. Ну что? Астафиркозавр. Кстати, а почему он у нас не прокачан до 20 уровня? Я не понимаю вот этого. С чего вдруг? Плюс берем с тобой Птеранодона. И, ко всему прочему, возьмем аргентинозавра. Ну, кого нам здесь подсунут? Кстати, здесь можно было бесплатно закончить. Ух ты, это кто такой? Альбертозавр? Легендарный. Упс. Что будем делать, ребята? Фига у него тут, смотри-ка, командочка какая. Трындец он тут нахапал, я тебе скажу. Да-да-да. Давай-ка я, наверное, сделаю вот так вот. И что это мне дало, скажи на милость? То, что он мне сейчас его ушатает, вот что мне это дало. Да, вот тут я, конечно, лопухнулся. Ну, понятное дело, он уничтожает. Блин, я все равно ее не смогу пробить. Не смогу. Даже если я здесь вот так вот сделал. Не, ребят, это бесполезный бой. Вообще неудачный какой-то у меня получился, да? Все вот это вот испортило. Был бы у меня деплотатор, бы вот этот вот мой.
Вот этот вот такой вот, 40 уровня. Ох, я бы ему устроил бы здесь карнавальную ночку. А так, ну что тут, ребят, фигня получается. Мы его уже таем, нас сейчас этот ушлепает. Что это вообще, хоть посмотреть на него, как он выглядит. А, это рамфоринг, просто прокачанный до 40 уровня. Ну вот, даже у него, ребята, 180 атаки, он сейчас меня его ушатает. Ему достаточно, 3 атаки сейчас сольет и все. Вот так вот. Поражение. Блин. Фокус не получился у меня. Ладно, погнали дальше. Так, велоцираптора возьму. Анкилозавра и эрликозавра. Ну давай попробуем сейчас. О, вот сейчас вот удачно, ребята, заходик такой. Какой. У нас травоядник под моего хищника попадает. Угу. Погнали. Сразу удар. Такая пощечина, да? Звонкая еще. Ну что, если он только на картозавра поменяет, я так понимаю, да? А если он поменяет, блин, то будет... Да, он меняет 157 к атаке. 157, да? Мы с тобой сделаем вот так и вот так. Смотрим, что он сейчас будет делать. Слушай, мне в любом случае нужно сохранить. Я, наверное, буду жертвовать вот так вот. Да? Поехали. Сейчас посмотрим, что он будет здесь предпринимать. Попался? Что я тебе могу сказать? Просто попался. Так, ну что, нам нужно нанести 2 атаки ему. Раз, два. Ну, 3 на всякий случай сделаем. И вот так вот. Тыч! Оплеуху. А эти ничего нам не сделают. Не хватит у них мощей меня пробить. Так что пускай даже не пыхтит. Все. Погнали. Раз, два, три. Я думаю, 4 будет достаточно. И вот так вот. Нет, недостаточно. Недостаточно. Ну, посмотрим, что он будет делать. Все пойдет на слив? Давать. Я так понимаю, наверное, будет сливать все-таки, да? Так. Мой ход. Делаю вот так вот. Раз, два, три. И вот таким вот образом. Минус. Пахиринозавр. Пахиринозавр. Нифига, ты посмотри, как он выглядит. Ужасный какой-то, ё-моё. Ну, и что ты будешь делать, парень? Ну, все, тебе кранты. Велоцираптор, милости прошу к нашему шалашу. Рвем. Рвем его в клочья. Просто. Думаешь, что защитился? Конечно, как бы не так. Победа, ребята, победа. Так, у нас еще есть динозавры. Так что мы продолжаем поединки. Единственное, что надо глянуть, что у нас там осталось по ежедневкам. Может быть, их нужно доделать все-таки. Опа, и мы с тобой уже в охотниках. Соточка, сотое место. Охотники. Так, крутанем. И... Опачки, нормуль. Так, так, так. Блин, а бакинских в этом паке не было, да? Для Рэя бакинские закрыты. Так, закрываем-ка здесь. Да закрой ты, господи. Так, это ПВП, ускорение. Так, собрать моды. И в канозойской эре надо еще сыграть. Так, так что давай-ка мы с тобой зайдем в канозойку. Это у нас будет через ПВП. И 3 разных. Так, и заодно ускорение сделаем. Раз, два. Получается 3.
Ну, вот так вот я могу только себе позволить. Ну что, ожидаем? Ожидаем противника. Да ёк-макар, ну ты посмотри, ну... Пипец просто полный. 1315 хп. Как тебе такой расклад? Нормальный, да? Просто обалденный. Ну что же он там будет делать? Я не знаю, ребят. Просто атакует. Поехали. Так, сколько он будет сливать? Сколько он на слив возьмет? Сейчас посмотрим. Один. Два он оставил при себе, да, получается? Давай вот так вот. Ну, 4. Ну, думай быстрее. Так, ну что, пора влуплять ему, по-моему, да? Значит, 1000 нужно у него отнять. 1000. Не знаю, сколько он там защиты поставил себе. Давай так вот сделаем. Поехали. Так, ему крышка. Выходит следующий противничек. Так. Энто Леракус. Ёк-макарёк. Выговорить еще фиг выговоришь. Так, давай посмотрим, что он будет делать. Все сливать или не все будет? Угу, все, да? 4. Так, тут мы и осели. Так, ребят, ну мы тоже тогда будем сливать все. Просто, чтобы его ушатать. Раз, два, три, четыре. И вот так, поехали. А этот, я думаю... Блин. 4, да? Все сливать придется ему. Ну что, надежда на это. Я что-то не уверен, что этот у нас сильнее. У нас морозка сильная, а этот, да, этот... 5. Погнали. Я что-то не уверен, что мы выиграем здесь. Воу. Круто, ребята. Для меня это неожиданно. Что мы выиграли? Вот что для меня неожиданно. Так, ну ладно, здесь мы с тобой справились с горем пополам. Блин, дали бы мне вон ту легендочку или 100 долларов. Так ведь нет же. Так, игра вылетела, но вы посмотрите, кто мне достался, друзья мои. Эриматерий, вот это круто. Легенда. Нифига себе. Да, не ожидал. Игра все-таки меня немножко порадовала. Так, что у нас тут? Войти. Зачем? А, уже произошла? Так быстро? Эть, понял. Продолжаем. А, тут 29 минут, потому что идет. Так, здесь тогда тоже у нас, получается, произошла. А, здесь вот удачно вышло. Забираем. Так, помещаем, смотрим. Так, это получается, мы до 20-ки его прокачиваем, да? Тот у нас тоже до 20-ки, потом до 30-ки. И уже 30-ники мы будем с тобой скрещивать. До 40-го уровня. Отлично. Так, здесь забираем награду. Так, собрать моды. Нам нужно с тобой собрать один мод. Захавчик. Вот, давай, Дельта. Что ты нам подкинешь? Угу, увеличивает запас ОЗ всех союзов на 500. Ну, в принципе, неплохо, я думаю, да? Забираем и ускорение. Так, это нужно... Зайти нам... Ух ты. Это нам нужно зайти с тобой на нашу... На наших динозавров. Так, события. Погоди-ка, а у нас дрожь земли? Мы же здесь деремся, да? Да, здесь.
Схватка. И давай смотреть, кто у нас успел за это время откатиться. Потому что так нам нужно сделать 3 ускорения. И я знаю, в принципе, кто. Это самые крайние, которые мы... Вон, даже сейчас. Вот, раз. Это диплодок. И... еще нужен один. И вот, например, стегозавр. Все. По идее, выполнили мы это задание. Да не надо мне. Да что же тяжело-то прокручивать это колесо. Оно вот серьезно тебе говорю. Давай, давай. С такой натяжкой идет все это. Ну что, беру Ютирануса. Угу. Так, вот дальше-то возьмем. Эдиуморфодона возьму. Может быть, вот так лучше? Нет. Секундочку. Так. И так. Что, ожидаем? Кто тут у нас сейчас будет? О, брахиозавр. Кентратрозавр. Отлично. Сейчас повеселимся. Блин, вот это вот не нравится мне. А в остальном все нормально. Так, ну-ка, на тебе. Брахиозавр. Естественно, он сейчас глазуха будет ставить. А если он его поставит, мы с тобой возьмем Эдиуморфодона. Угу. А тот-то его с радостью бомбанет. Согласись. Достаточно одной атаки. Проверим. Тыч. Так, что у него тут? Кентрозавр. Это ж сколько тебе нужно бомбануть, чтобы уничтожить моего Эудиоморфодона? У тебя не получится, парень, ничего. Так, а мы с тобой сделаем вот так. Раз. И два. Пять. На 8. Мне кажется, не получится у него пробить. Ну что, все, хапаем его, да? Я думаю, пора хапать. Минус. Брахиозавр. Ну, здесь он, скорее всего, может нас сейчас уничтожить. 8. Но он прекрасно понял, что ему крышка в любом случае. 5. Так, ну а мы с тобой бомбим. Все, эти крышка, тебе это не спасет. Как-то так. Ха. Нормально получилось в этот раз. Давай крутить рулетку. Так, сейчас посмотрим, какой мы... А уже скинули меня, да? Я был на 100-м месте, уже опять скинули меня. Вошел в Лигу Охотников. Крутим. И выпадает мне 5000 еды. Ну, понятно все. Сейчас, секундочку, у нас там что, созрело что-то? Я смотрю, яйцо. Ага. Понял. Так, что-то игра зачастила с вылетами, я смотрю. Забираем здесь. И наш пак. Открываем. 35 бакинских и еда. 95 очков доверий. Так, что еще мы здесь с тобой можем забрать? Понял. Нет, ты давай уже. Да куда ты проматываешься-то? Говорю, забирай. Все. Так, здесь у нас опять что-то. Ага. Поместить. Стегоцефал. 75 бакинских, чтобы начать эволюцию. Ну, у меня нету. Нету таких пока финансов. Ну что, мы продолжаем, да? Поединки. Битва за главный приз. Так, ну что возьмем? Метриакантозавра.
тиранозавра и можно, в принципе, взять эйниозавра. Такая вот команда, немножко какая-то нелепая получается, но сейчас посмотрим, кто против нас будет выступать. Оу, Замаксес, это что такое за новый динозавр? Я такого, по крайней мере, еще не видел. Но ушатываю я его сразу же, причем просто тынч и все. Гац, ну гац, что он сделает здесь? Ничегошеньки. Просто пушечное мясо какое-то здесь попалось мне. Ушатываем? Нет, защиту поставил. Ладно, поставил ты защиту, что дальше? Я же сейчас переключусь на другого, вот ты тогда попляшешь. Проверочка. Угу. Вот попробуй теперь пробить 1000 хп своими 41 атакой. Фиг тебе получится, чё? Неа, не вышло. Достаточно будет так вот. На. И топижарочка. А, милости просим, сколько у тебя? 57 к атаке. Угу. Ну давай, топижара. Сливай все в атаку, у тебя только один вариант. Помереть с честью. Молодец. Как говорится, нечего терять, так лучше атаковать. Ну и, соответственно, нам то же самое. Поехали. Ну что, в мясо? В мясо, конечно. Бамс. Полетело. Почти 3000 урона нанесли. 2772. Прекрасно. Больше всего обожаю вот после боев это крутить рулетку и надеяться на отличный приз. Так, какой там у нас? 79-я позиция. 79-я позиция, ребята. Итак... Да чтоб тебя, я думал, сейчас 20 баксов прихвачу. Прихватил, ё-моё. Надо же было в последний момент перепрыгнуть. Так, берем с тобой птеродактиля. Дальше возьму я Таника Лагриуса. Блин, вот язык сломаешь, пока выговоришь. Ну и, наверное, возьмем Алангозавра. Все, ребят, потом будет последний поединок. И, в принципе, наши динозаврики на этом закончатся. Как ты понимаешь. Так, Кеца... Спинорараптор и кто-то там еще, не успел прочитать. Ну, блин, хотелось бы, конечно, сразу его ушатать. Но не получится, да? Угу. Давай, посмотрим, что сделает Кеца. Меняет. На спинорапторы. Я вообще не понимаю, зачем он это сделал, если честно. Вообще не понимаю, для чего. Что это за выпендреж такой был? Хорошо. А, он же сейчас может взять вон того. Он возьмет сейчас рептилию, скорее всего, поменяет, да? Ну тогда птеродактиль его уничтожит. Ох ты, микропозавр. Нифига себе, 32 к атаке. Все, атаковал. Ну, смотри теперь, парень, что мы с тобой сейчас сделаем. Ох, не завидую я тебе. Ох, не завидую. Нам достаточно с тобой одной атаки. Остальное в бонусы. Вот тебе и весь микропозавр. Так, ну что, Кеца, что ты там будешь делать? Да ничего ты не сделаешь. Пойдешь в атаку, ради бога. Меняешь? Тогда крышка ему. Тогда крышка ему. Раз, два. Я думаю, трех будет достаточно. Ну да,
Так, и остается вот этот Кетса. Ну все, Кетса, вот ничего ты не сделал. Нет, он ушатает мне птеродактиль, это понятное дело. Даже ничего не стал делать. Ну все, тогда ему крышка. Да. четыре тысячи семьсот. Как тебе такой расклад? Нормально, да, звезданул? 4700 к атаке. Это нормально так. Так, ну что, ребята, мы выиграли. Соответственно, сейчас посмотрим, куда мы переместимся. 79 места на 69. 10 ступенек пролетаем всего лишь. И... да, классические бойцы. Пеликанимим, отлично, ребят. 65 очков доверий. Ну что, продолжаем. Последний поединок, как я тебе говорил. Диплотатор, Эдиуморфодон. А вот кого взять третьим, даже ума не приложу. Какого-нибудь щегла взять, я так понимаю. Надо. Слушай, мы даже сделаем немножко не так. А вот так. Афиакан будет у нас выступать в роли жертвы. Почему в роли жертвы? Ну, потому что он будет брать сразу же одно дополнительное очко действий. Потому что воевать он, поверь мне, не будет. Так что давай посмотрим, кто тут нам сейчас выпадет, кто достанется. Было бы, конечно, хорошо, чтобы бы травоядник шел первым. Воу. Паразавр. Традон какой-то там. Фига себе. Паразавр, Традон. Не хотелось бы мне против этого выступать вот этим. Сейчас посмотрим, что он здесь будет делать. Скорее всего, поменяется, да? Угу. Традон. Поменялся и одну атаку нанес мне, да, получается? Давай я сделаю вот так вот. Да, ему крышка, Традон этот. Так, и выходит травоядник, паразавр. Ну и что ты делаешь, паразавр? У меня 1691 хп. Понял. Пора размяться. Раз, два. Раз, два. Но не уничтожим, к сожалению. Ладно, дело за малым. Потерпим. Что ты там шипишь? Шипит он мне. Раз, два, три. Это на всякий случай. И вот так вот. Вот теперь мы его пробиваем. И диплодок, или как там тебя величать? Да, диплодок. Ну давай. Диплодок. Ну ему крышка, ребята, в любом случае. В любом случае ему крышка. Поехали. Воу, 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 воу. Диплодок, ой. Хорош, ё-моё. Какой довольный. Ну, победа за нами. Естественно, мы с тобой продвигаемся. Но продвижение будет маленькое. Там всего лишь, наверное, 10 ступенек. 69-я была, становится 50. Да, ровно 10 ступенек, ребята, мы пробежали. И здесь нам выпадает 600 ДНК. Надо же. Так, ну что, друзья мои, все, что мог, я сегодня отыграл. Я считаю, неплохо побомбили. Ну и будем уже, как говорится, закругляться. Так что всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.